Должника настигло правосудие. Судебные приставы сумели обхитрить мужчину, который задолжал 300 тысяч рублей морального ущерба пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии. Сотрудники службы выяснили, что за должником числится автомобиль марки «Хонда», который он скрывал от представителей закона. Потеряв бдительность, мужчина выложил объявление о продаже авто на один из сайтов. Под видом покупателя к нему и явились приставы. При встрече автомобиль арестовали. Кроме того, нарушитель был ограничен в праве управления транспортом, то есть водить права не имел, но явился на встречу за рулем. За это должник получил еще одно наказание – 20 часов обязательных работ. Машина, которая была обнаружена у должника, была арестована судебным приставом-исполнителем. У должника теперь есть 10-дневный срок на либо погашение задолженности, либо далее машина пойдет через процедуру оценки и дальнейшую принудительную реализацию.